Всем привет, давайте знакомиться, меня зовут Юля, и знаете, мне пришла в голову такая идея, такая мысль вообще, я одна такая, кто откладывает все на потом, вот под словом потом, это вообще абсолютно все на потом, даже запись этого видео я собиралась отложить на после Новый год, но я очень стараюсь в последнее время себя контролировать, и я поняла такую вещь, что если мысль пришла к тебе, то ее надо же сразу воплотить, либо же записать, чтобы потом к ней вернуться, если это что-то большое и грандиозное. Так вот, друзья, если вы видите это видео, если у вас есть какие-то планы, какие-то мысли, вы просто берете это и делаете, не откладывайте на потом, не ждете Новый год, день рождения, понедельник, первое число и все-все это остальное. Это вообще ни к чему, вы решили, вы должны это взять и сразу же сделать. Пусть потом вы пожалеете, это все вот такие мелочи, глупости, которые, да, вы пожалеете, но у вас будет опыт. Вы знаете, что вы это сделали, вы попробовали. Если вам не понравилось, вы просто перестаете это делать, и все. А если у вас что-то получится, если что-то будет грандиозно, и у вас будет постепенно-постепенно получаться, а потом вы придете к какому-то хорошему результату, так это же отлично. Об этом-то вы не будете жалеть, что вы попробовали. Это будет как само собой разумеющееся. Так может та мысль, которая сейчас в вашей голове, которая требует выхода и реализации, может это и есть то самое, то, что вы должны взять и сделать, а потом это принесет свои плоды? Так вот. Друзья, если вы видите это видео, и если у вас есть какая-то такая гениальная идея, то берите ее и давайте начинайте делать. Вот я хочу своим примером, потому что я отложила запись этого видео до Нового года, а потом думала, нет, подождите, стоп, может быть, я кого-то тоже смотивирую, кто-то тоже возьмет и что-то начнет делать. Это же классно, поэтому давайте, приступайте, передаю флешмоб вам, если собрался, то делай. Давайте, всем вперед, всем пока.